Итак, читаю. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Ладно. Здесь кто-то есть? Алло? Возьмите трубку, духи. Ну алло. Абракадабра. Ну, Эш. Если вы слышите, подайте знак. Ну там Пацифик или Привет. Кирпич. Если для вас это шуточки. Хорошо, хорошо. Есть там кто-нибудь? В этом вашем там. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Кто же ты? О, опять. Так, С. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Кто говорит с нами? Ханна? Это ты? О, боже! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы... Можем спросить, что случилось. Джош? Я выдержу. Ладно. Сейчас. Ханна, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П... Р. Е. Д. О-о-о. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О боже. У. Б. И. Л. И. Нет, нет. Убили? Мы их не убивали. Это же была шутка. Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости. Ребят, меня. О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Так. Так. Как ты умерла? Ханна, что с тобой случилось? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика, значит, есть улика. Библиотека. Охренеть. Крис. Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, только не виновата. Только этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним? Да ну его. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу.
поискать в библиотеке.